Пресс-конференцию Гант Ирина Сатурна, Алексей Медведев. Ну, комментарий к игре сначала. Ну, комментарий какой? Главное, это как бы номером один идет, это то, что команда одержала первую свою победу в сезоне. Как я просил их, чтобы еще плюс еще уверенные, ну, крупная победа. Но пока продолжается наша эпопея с голевыми моментами, моментов было куча. Вот, так немножко футболисты надо мной издеваются. Вот, ну, может, оно и к лучшему, с одной стороны, чтобы не сразу все это истратить, не назабивать в одном матче, а потом засуха будет. Вот, но все равно над реализацией, конечно, надо будет нам работать. А так, в целом, ребята молодцы, выполнили полностью установку на игру, задание. Вот, здорово комбинировали. Где-то уже в концовке немножко позволили себе вальяжности, где-то академизм. Вот, будем над этим тоже работать, что надо игру от первой до последней минуты играть в одном стиле и доводить, как бы, что есть такое понятие игровая дисциплина, поэтому ее никто не отменял. Ну, молодые ребята, еще им только на это узнавать все. Ну, я говорю, мы им расскажем, как нам. Ну, сегодня произошла замена вратаря, в принципе, отчасти вынужденная. Ну да, в прошлой игре травму получил, надеялись, что сможет восстановиться, но провели обследование. Всеволод не тренировался ни одной тренировки, но с каждым днем вроде лучше-лучше становилось, рисковать не стали. Обследование показало, слава богу, что ничего серьезного не было, ушиб только. Будем смотреть к игре в среду, к знаме. Знаем, что знамя делает ставку как раз на кубок, и будут они очень настраиваться на эту игру. Сейчас не повезли своих всех звезд в Хабаровск, и поэтому, чтобы они посвежее были. Ну, я тоже. Ребят настраиваю только на то, что мы кубок никто не отменяет. И мое огромное желание привести сюда команду премьер-лиги. Поэтому тоже будем играть только на победу. Отраженный пенальти добавил уверенности ребятам? И какую-то дополнительную мотивацию добавил? Ну, я думаю, что мотивацию нет. Они были более чем мотивированы. По крайней мере, я так постарался, по крайней мере, их мотивировать. А пенальти отраженный, да. Ну, наверное, есть справедливость на этом свете, что, в принципе, пенальти был такой, как бы, высосанный из пальца. Мое мнение, опять же, ну, надо смотреть. Это пока такие эмоции после игры. Вот, ну, мы же нельзя комментировать действия арбитров. Первый тайм, конечно, мне разочаровал. Так, в целом их работа. Но это ладно, мне надо за свою работу смотреть и оценивать. А пенальти, да, ребята, наверное, еще больше, скажем так, пошли вперед. Ну, было бы несправедливо при такой игре, когда ты создаешь только кучу моментов, еще бы и чтобы соперник сравнял. А не, ну, хорошо, что первый тайм удалось забить и второй, и на перерыв третий, как бы, который, скажем так, уже снял все вопросы победителя.